Ни для кого не секрет, что дорога, ведущая в одно из самых святых мест Абхазии, в Каман, в плачевном состоянии. Она не ремонтировалась около 30 лет. Протяженность дороги всего 14 километров, но из-за ям и практически полного отсутствия асфальтированного покрытия, проезд по ней занимает слишком много времени для столь небольшого расстояния. В этом году, благодаря российской инвестпрограмме, стал возможен капитальный ремонт дороги. Работы проводит госкомпания «Абхазавтодор». Запланировано 50 миллионов рублей. Значит, 38 с лишним миллионов уходят на ремонт искусственных сооружений. То есть вот мост данный, где мы стоим, отремонтирован. Значит, переброска русла реки и далее трубы. В данный момент мы сейчас находимся в село Гума. Вот этот участок этого моста. Вы видите, мы его привели в порядок, оголовки. Парапеты, бордюры, все мы это, перила привели в порядок. Вот, это 7-й километр нашего участка. Пойдем дальше, и там дальше еще увидим, что мы успели сделать. Река Гумиста местами размыла дороги, и строителям пришлось перенаправить русло горной реки. Но, как говорят специалисты, большая часть работы впереди. Сейчас идет лишь стадия подготовки к укладке асфальта. Мы сейчас занимаемся... выравниваем поверхность, балласт засыпаем, после этого засыпаем щебень, укатываем, трамбовки идут, укатка, после этого укладка асфальта, ну, как по технологии, как положено, мы занимаемся этими делами. Ну, на сегодняшний день мы, правда, немного проложили, метров 300, 300 с чем-то метров. Ну, сейчас, как видите, идет подготовка. Подсыпкой занимаемся и в дальнейшем думаем потихонечку. Настоятель Каманского монастыря святителя Иоанна Златоуста игумен Игнатий говорит о том, что ремонта дороги здесь ждали давно. Ведь добраться до монастыря на легковой машине, особенно зимой, весьма затруднительно. А Каманский монастырь – один из туристических объектов и излюбленное место паломников. Много лет мы молились, чтобы устроилась эта дорога от Сухума до Камана. Потому что все-таки Каманы – очень известное место на весь мир. И многие люди хотят сюда приехать, но и даже местные люди, которые проживают в Абхазии, многие желали бы приехать сюда, но, к сожалению, сюда на маленьких легковых машинах очень трудно приезжать было. Но сейчас уже Каманы станут доступны для всех людей. Я думаю, что эта дорога привлечет больше и туристов, и паломников, и много верующих людей, и не только с России, со всех концов мира. Бюджет, выделенный по инвестпрограмме на ремонт данного участка дороги, составляет 110 миллионов рублей, которые будут поэтапно освоены до 2019 года, то есть до полной сдачи в эксплуатацию асфальтированной дороги в Каман. На Алакове, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.